Ну так, тюбинские врачи брали с населения деньги за бесплатные услуги. Только за 2 месяца проверок прокуроры установили более 200 таких фактов. Лидером стала городская поликлиника номер 3. Там зафиксировано 49 случаев, когда пациенты платили за анализы и УЗИ-обследование, несмотря на имеющиеся направления. Жителям области вернули 2,5 миллиона тенге. Также представители надзорного органа обнаружили в районных поликлиниках простаивающее оборудование. Медтехника, на которую потратили миллионы бюджетных тенге, не использовалась по причине отсутствия специалистов. Кроме того, хронически больные не получали бесплатные лекарства. Выявлены нарушения законности, приведшие к трагедии в Мугалжарском районе. Например, из-за халатности врачей 8 школьников заразились туберкулезом, а вот в Алгинском районе умер 11-летний мальчик. По данному обращению была проведена проверка. Установили, что врач тоже неправильно выставил в Актюбинской области диагноз. Последующим диагноз был выставлен в Астане. Но это было поздно. Это все привело к смерти ребенка.